Угольному разрезу молодежи исполнилось 30 лет. Угольное предприятие, входящее в группу «Казахмыс», сегодня переживает второе дыхание. Модернизируется оборудование, наращивается производство. В поселке Молодежный в честь юбилея развернулась концертная программа. В поселке Молодежный сегодня праздник. Угольному разрезу 30 лет. И это только начало для промышленного магната местного значения, уверены сельчане. Угольное предприятие с многолетней историей процветает с каждым годом, увеличивая производительность. Уголь, добываемый вами, был и остается неотъемлемой частью нашей жизни. Вы ежедневно трудитесь для того, чтобы в квартирах были свет и тепло, чтобы устойчиво работали наши предприятия. Вкладывайте в это все свои знания и профессионализм. Стабильная работа угольщиков – залог роста и благосостояния нашего региона. Осваивать месторождение угля в Молодежном начали еще в 1983 году. С тех пор добыто уже более 160 миллионов тонн угля. Годы шли, предприятие модернизировалось, оснащалось новым оборудованием. Сегодня на долю угольного разреза приходится около 90% общего объема добычи угля корпорации «Казахмыс». Тех, кто внес большой вклад в развитие предприятия, награждают почетными грамотами и ценными подарками. Между тем, угольный разрез обеспечивает работу жилищно-коммунальной инфраструктуры не только на промышленной площадке, но и в поселке Молодежный. Предприятие содержит местный дом культуры и два детских сада. Заканчивается ремонт стадиона, который в этом году будет передан в дар местным властям. За эти годы корпорация инвестирована более 6,5 миллиардов тенге в развитие, в модернизацию производства, на социальную сферу. Вот этот стадион отремонтирован силами корпорации. Ну, сейчас ремонт заканчивается, и в следующем году будет он передан уже государству. То же самое будет сделано и с детским садом. То есть корпорация понимает свою социальную ответственность, в том числе и разрез молодежный. Постоянно поддерживаем акимат, помогаем. Молодежный можно по праву назвать горняцким поселком. Большая часть населения трудится на одноименном угольном разрезе. Причем трудятся сельчане здесь из поколения в поколение. Для нашей семьи это самое первое вообще вот предприятие, на котором мы все работаем. И работали, начиная от истоков, и с Каучега перешли. Вот. Я работал, и супруг работал, дети сейчас работают. Конечно, как кормит нас это предприятие. Ирина Камышова, Марат Култенов, Первый Карагандинский.